Есть три слоя жизни. Есть невежественные люди, которые ни во что не верят, они просто очень эгоистично настроены в жизни, верят только в себя. Есть страстные люди, которые верят в деньги, в страну, в мечту свою. Вот. Они живут более раскрытым социумом, но у них нет близких отношений, деловые только отношения, даже в семье. Только благостные люди, которые работают над собой, у них есть любовь, отношения, глубина, верность. Недешевая эта вещь, такая жизнь, нужно ее достичь. Невежественные люди всех ненавидят, злятся, страстные, играют во что-то все время. Они себя что-то строят, надо им красиво одеваться, себя пытаются показать, круто очень. Играют в жизнь, добиваются положения в обществе. Глубины нет ни в чем. Даже в личных отношениях нет глубины. Благостные люди ведут себя попроще, ценят в людях глубину. Настоящее, а не показное. Верность у них есть, развивается верность, глубина в отношениях. Поэтому цель жизни человека — это благость, это способность жить, работая над собой, развиваясь. Если человек не развивается, он может достичь тоже силы, влияния, но с помощью уже давления, то есть не с помощью любви, а с помощью силы он достигает влияния. Это сила деструктивная по природе. И он сам несчастлив, такой человек. Может стать сильным, влиятельным, все это можно достичь даже не благости. Не работая над собой, может стать очень влиятельным человеком. Если человек в невежестве становится влиятельным, он становится гангстером. Он всех убивает. Мы бандита, гангстерита, биванта и стрелянта, мы любита, пистолета, то и это. Держим банка, миллионы и плеванта на закона. О, ес. Ну, то есть жизнь такая, пиф-паф. Я читал статистику, только один гангстер в Италии дожил до старости. Там всех взяли вот за какой-то период, остальные все погибли. Ну, то есть та жизнь такая, что люди погибают просто. Раньше времени уходит из жизни. Человек достигает влиятельности, силы, находясь в страсти. Это значит, что деньги для него, власть, самое главное в жизни, не работать над собой. Главное, чтобы были деньги и все. И такой человек, вроде бы кажется, что ему классно жить. У него есть деньги, там люди у него пешки. Вот. Но счастья нет, потому что нет глубины, любви нет такого человека. Любовь — это же бескорыстная вещь. Любить себя не можно корыстно заставить. Это не любовь подобострастие, когда все прыгают перед тобой. Это же не любовь, правда? Любовь — это чистое, светлое такое чувство. И человек, который не работает над собой, он достигает успеха, но счастья в глубине нет. Хоть он и рисуется, делает вид, что он как такой, я счастливый, понимаете, счастливый я. Вот, но это все просто игра. Знакомые есть такие? Ну, то есть нету никакой любви, глубины нет. Квадратные слова, квадратный человек, мой грозный командор. Мой грозный командор. Ну, то есть это означает, что неправильное мышление, неправильное понимание, что такое счастье у человека. Он поэтому становится квадратным человеком. То есть он командор, все, он командует, но любви нет, глубины нет, отношений нет, чистоты нет, любви нет, близости нет. Поэтому есть выпивка начинается, нет счастья, значит выпивка, курение. В конце концов деградация, результат такой жизни. Всегда один и тот же. Или сильный кризис, инсульт, инфаркт, там, ломается человек просто. Нет счастья, нет любви, значит, будешь вот так жить. Человек должен развиваться. Нет развития, нет нормальной жизни. Нужно развитие. А развитие означает работа над собой. Поэтому мы сегодня вот этой теме посвящаем беседу.